Да он же бывший чеченский террорист. Они тоже из Москвы в Питер двинули. Захватывают все, брат. Но я тебе рассказывал. А этот рынок взял, теперь русских душит. А у меня там часть дела, понимаешь? Вот он и наехал. Ведь знает, что слабые мы сейчас и душат. Ведь он всех купил там. А кого не купил, убил. А теперь вот, Даня, моя очередь. Если не заплачу... Так что либо они, либо мы. Вот так вот, брат. Он любит днем по рынку ходить. Владение осматривает, гад. Это лучшее место. С ним охрана всегда. 2-3 боевика. Все черные. С пушками. Звери. В общем, дело непростое. Ты присмотрись. Подумай, как уйти. А денег я лучше тебе дам. 2000 баксов. Ко мне больше не ходи, опасно. Если что, звони на трубку. Вот тебе ствол с обоймой. Это еще 600. Сочтемся потом. Да обойдусь. Алло, это мы. Татарина не было. Я открою тебе самый страшный секрет. Я так долго молчал, но теперь я готов. Я создать от всего, что ты видишь вокруг. А почем картошка? Полторы. Идет торговля? Да ну, чего там? Только тут этот бандит с дружками. Все, тебя ищут. Слушай, немец, мне комнатка нужна маленькая, в центре, чтобы тихо. Спроси своих, да? Нашел, брат? Нашел. Ты что, старый, охерел там? Открывай давай! Зинка, я говорю! Вот дурак, мозги сгнили все. Но! Чего тебе? Жильца тебе привела.
Доставай. Чего ходят? Ну что, старый, запаршивил тут без меня, а? Арбуз. Вкусный? Конечно, смотри какой. Просто чудо, э? Вчера сам 7 штук скушал. Сам. Давай. Сколько? 6 тысяч. Всего. Ай, спасибо. На здоровье.
Может, что помочь? Все, езжай, езжай, давай. Я тебя найду.